Напоминаю, что участникам можно использовать все подручные средства и материалы людей, животных, ну да, чтобы никто не пострадал. Собственно говоря, у каждого бойлера, у каждого данкера есть по две попытки. За каждую попыточку мы ставим ему очки. И по сумме очков у нас... У нас два человека проходит финал. Собственно говоря, начнем. Первый участник — Антон Корненко, попытка номер один. Ребята, ваши аплодисменты. Итак, окей, за первую попытку Антон Корненко получает 16 баллов. Итак, первая попытка — Шаров Станислав. Это было очень круто, я ставлю десятку. Что ставит второй судья? 10 баллов, отлично, двадцатку загребает Шаров. Итак, Илья Строк. Попытка номер один. Ребята, поделаем аплодисментами. Илюха Строк тоже бывалый данкер. О, хорош. Отлично. Итак, готовится Олег Бондаренко. Итак, поехали, Олег Бондаренко, дебютант. Отлично. Отлично. Тоже 10. Ребята сегодня радуют. Окей, Кэтмон, это особо опасный претендент на победу. Это заявка сразу. Поддержим Кэта, ребята. Кэтмон! Окей. Это тоже 10, ребята. Так, и... Александр Гаркава. Так, друзья, поддержим аплодисментами. Второй круг, вторая попытка — Антон Корненко. Еще не разучился.
Окей, Шаров Станислав, попытка номер два. Ребята, пойдем аплодисментами. Шаров Станислав. Итак, 10-9. Так, окей, 19 баллов получает Шаров Станислав, беру попытку. Строк Илья, попытка номер два. Кто-то не получился, ребят, давайте еще раз. Давай, Я скоро. Поддерживаем аплодисментами Александр Гаркава. Итак, Олег Бондаренко. Попытка номер два. Как последний. Окей, давай. Я только за. Константин Молчанов. Поделите крепко аплодисментами! Кэмпбелл! Так, 20 баллов, кэмпбелл получает! Итак, 40 баллов уже у кэмпбелла! Так, ставлю девяточку, второстепенная четверка. Так, давайте 13-2. Окей. Итак, друзья, по итогам первых двух туров финал проходит Шаров Станислав, Илья Строк и Молчанов Константин. Так, окей, это финал.
Бочаров Станислав. Ой-ой-ой. Все, потому что начал без меня. Итак, Шаров Станислав, попытка номер один. И нам также проводится из двух данков. Ребята, ваши аплодисменты поддержим. Давай, давай, что-нибудь забей, друг. Окей, ладно, это самоотвод. Итак, Илья Строк. Попыточка номер один. Ага, идея понятна. Так, это не считается. Ребята, поделитесь аплодисментами. Это финал. Последняя попыточка что-нибудь придумать. Отлично. Итак, 7-8. Итак, мой любимый участник Кэтбум. Ваша аплодисменты. Это первая попытка, Кэтбум. Красиво, красиво. Отлично! Пока обратно кольцо поставь. Олежка, поправь кольцо, пожалуйста. Давай еще раз. Давай еще. Лучший. Так, Кэш получает восьмерочку за этот данс. Итого 16 баллов у него и финальные вторые, то есть попытки. Илья Строк. Итак, друзья, ваши аплодисменты, вторая попытка, Илья Труп. Thank you.
Валентина, 109 баллов. Второй судья также. Итак, кэшбол, попытка номер два. Константин Молчанов, поддержим, ребята! Итак, друзья, по сумме двух туров Константин Молчанов становится чемпионом по броскам сверху. Вот так вот, ребята. И совсем важно иметь